на чемпионат 2019, и сегодня в группе А сражается Барселона с Петербургом. Что ж, состав Барселоны: Марк-Андре Тер Штеген, Джорди Альба, Самуэль Умтити, Пике, Фермен, Бускетс, Ракитич, Месси, Суарес, Каутиньо. Теперь Дзюба, Дрюси, Мак, Промис, Кузяев, Фортонин, Самедов, Лунёв, Ната, Иванович и Малине. Что ж, Барселона разводит. Лионель Месси отдает пас на Ракитича. И Ракитич сразу втапливает, отдает передачу на Лионеля Месси. Месси, удар... И ничего не удается. Ракитич, передача Месси. Месси не удается. У него ничего. Лунёв забирает мяч. Так, тут борьба за мяч. Самуэль Умтити в подборе забирает себе мяч. Самуэль Умтити. Умтити побежал, ускорился, втопил. Умтити. Удар. Месси вышел 1-1 и забил первый гол в этом матче. Лионель Месси остался около пустых ворот. Фантастический гол Лионеля Месси. Петербургскому «Зениту» нужно продолжать. Дзюби, передача на Дрюси. Ой, Иванович. Бьет передачу, заброс на Дзюбу. Дзюба не удается. Берет мяч в руки Марк-Андре Тер Штеген. Тер Штеген отдает передачу. Ой, Кузяев перехватывает мяч. Опасно, опасно. Видаль выпускает мяч. Не, выпускает он на Дрюси. Видаль на Ракитича. Ракитич. Финты Ракитича. Ускорение. Ракитич. Сейчас вот уже конец первого тайма, да. Первый тайм заканчивается, мы уходим на перерыв. Статистика. Что ж, второй тайм. Пока Барселона ведет «Зенит» 1-0. Дзюба развел на Дрюси. Дрюси. Передача на Дзюбу, но не удается. Снова Ракитич. Ракитич втопил. Ракитич. Ракитич, удар Ракитича, Нато перехватывает себе мяч, Артем Дзюба, передача на Роберта Мака, и не удается по скорости Пике его переигрывать. Пике, финты, Пике, там Дзюба, Дрюси, все пытаются отнять мяч у Пике, чего у них не получается. Ой, на Кузяева, Ракитич, Антони, Мальва, передача Пике, Бускетс. Контратака, Бускетс, передача, Месси, где же ты там, Кузяев? Передача, Фермино, господи, Умтити, Альба. Не удается у «Зенита» пока даже провести контратаку нормальную, пока Барселона ведет 1-0. Передача, Суарес. Суарес на Месси. Месси, ну где же ты, Месси? Все, конец этого матча. Барселона выходит в следующий раунд. «Зенит» проигрывает, к сожалению. Всем удачи, всем пока.